Здравствуйте, в эфире проект «Встречай Новый год вместе с Вести», ведущая я, Анастасия Стародубова. С наступлением новогодних праздников каждый задумывается о том, где будет их отмечать. Как правило, хочется съездить к родственникам, к друзьям, посетить горнолыжные курорты, а не сидеть дома около телевизора. Также в новогодние каникулы можно отправиться в путешествие и встретить праздник в другом городе. И, конечно, чтобы запланированная поездка состоялась, очень важно приобрести надежный, комфортный и безопасный автомобиль. Это событие, безусловно, знаковое для Хакасии. «Медведь Холдинг» презентует филиал компании «Элит Авто» BMW, три буквы, которые заставят трепетать любого автовладельца. Особенность центра в Абакане – качественный технический сервис и диагностика. Ведь не секрет, что у нас достаточно много ценителей этой марки. И если прежде им приходилось ездить в Красноярск, то теперь все под боком. И высококлассные мастера, и высокотехнологичное оборудование. Я думаю, что мы в Абакане не будем ничем отличаться ни от Красноярска, ни от Москвы. Более того, было сказано, что специально приобретено абсолютно новое диагностическое оборудование. Да, ну и, как уже сказал Александр Викторович, что касается продаж, будут все программы поддержки. То же самое касается и сервиса. Касаемо продаж автомобилей BMW, у клиентов сервисной станции «Элит Авто» в городе Абакан будет возможность приобрести автомобиль удаленно и получить его непосредственно здесь. Однако сегодня изюминка – абсолютно новый спортивный кроссовер BMW X6. 2015 модельного года. Ваши аплодисменты! В этом поколении, кажется, он стал еще агрессивней, нарастил мускулы, но сохранил подчеркнутую немецкую грацию. Эргономичный салон, только натуральные материалы. От и до оборудован электроникой. С таким автомобилем уж точно не останешься без внимания на дороге. А главное, в нем все учтено для комфорта владельца. Появилось целых 5 вариантов подвески. То есть раньше такого не было ни у одного конкурента. Можно поставить стандартную подвеску, комфортную, спортивную. Можно поставить подвеску Dynamic или Professional, которая совмещает в себе все виды подвесок. Познакомиться ближе с маркой BMW может любой желающий. Автоцентр «Элит Авто» работает с 10 до 20 часов без обеда и выходных по адресу Абакан, квартал Молодежный, 2В, по тракту на вагон «МАШ». Новый год, пожалуй, самый любимый и долгожданный праздник. Ожидание новогодней сказки живет в каждом, будь это ребенок или взрослый. По-особенному к встрече волшебного праздника подготовили жители одной из многоэтажек в Абакане. Первый раз за много лет жильцы дома номер 13 по-праздничному украшают свой подъезд, создавая таким образом себе и своим соседям новогоднее настроение. Нарядить подъезд в преддверии Нового года жители многоэтажки решили сразу после ремонта. На каждом этаже развесили мишуру, новогодний дождик и игрушки. А на лестничной площадке украсили в праздничную атрибутику, нет, не елку, а самую настоящую диффенбахию. Это большое комнатное растение. Участвовало в предпраздничном действии как старшее поколение жильцов, так и младшее. Такие совместные приготовления к празднику объединяют соседей. В украшенном подъезде даже сорить не хочется, а красота, созданная своими руками, поднимает настроение. Всего вам самого наилучшего. Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1» и встречайте Новый год вместе с «Вести».